Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бушиновский. Сегодня мы поговорим о Джанго, о том, вообще, как правильно работать Джанго. Значит, ребят, вот говорил в школе, и сейчас говорю. Во-первых, у меня просьба. Секунду. Сначала я обращаюсь э, именно к Артему. То есть я сейчас перешел на режим, когда подправляю. Значит, э, кто начал с этого видео, э, суть до дела. Э, Артем, э, я помню его совсем чайником, э, начал делать сайт для агентства недвижимости. Так. Сейчас секунду я его найду. При этом, вот он, э, уже давно не было, что там ковырялся, ковырялся, появился. Артем очень рад видеть. Вообще любого участника, который что-то делает, я настолько рад видеть. Э, я еще у него спросил, Артем, это Артем, это с тех времен сайт воюешь с ним по недвижимости. Артем ответил да. Ну, я читаю. Значит, ребята, э, ребята школы в первую очередь или те, кто хочет присоединяться э, в школу, вот смотрите. Вы э, в школе, вот видите эту переписку. Артем выложил сайт. На данном этапе сайт не сложный. Я беру с уровня, что, в принципе, человек, который в среднем знает Джанго, сможет с ним работать от и до. Так вот, нету лучше способа, чем взять действительно готовый сайт и начать в нем что-то изменять. Скачать себе. И ваша деятельность на что должна быть направлена? Первое ⁇ разобраться, задать вопросы и помочь друг другу. Возможно, вы подскажете Артему направлению, он вам подскажет. Теперь э, у меня к Артему такая просьба. Ребят, вот я прочитаю сейчас. Для школы, для нас важны истинные знания. Огромная просьба. Давайте исчерпывающие комментарии. Зачем это делать? Вот смотрите, Артем дал комментарий, но, допустим, ругать, что он плохой или хороший комментарий, я Артему не могу. Почему? Нормальный процесс, то есть большую часть кода Артем уже воспринимает, ну, ну как это непонятно, вот по такому принципу. Артем не... Понятно, новичкам будет, сто процентов. Но, новички, не рассчитывайте, что сейчас будет Артем распинаться перед вами и все делать. Да, Булсановский распинается, это моя цель. А, а, э, потому что мне это нравится, я э, именно занимаюсь обучением новичков. Но, <coughs> давайте мы возьмем некую отправную точку, э, что такое хороший комментарий. Посмотрите, пожалуйста, вот к чему пришел э, тот же Осадчий. Смотрите: вот э, хороша, хорошо прокомментированный код. То есть, э, каждая строка прописана, Присвоить два параметра. обойти параметр о ним. Если параметр name есть в ним, то, ребят, пожалуйста, вот такие комментарии. Зачем это делать? Э, вопрос который, давайте приходить к тому, вы видите, насколько э, уже углубилось обучение, насколько оно становится лучше и лучше именно э, в плане помощи друг другу. Так вот, сейчас, где тут файл? Исчерпывающие комментарии в первую очередь помогут именно вам, каждому, кто пишет. Код, как автору, выйти на более высокий уровень. Ребят, я еще раз говорю, джанго это многослойный пирог. Никогда э, я не видел человека, который взял, бац, и изучил джанго. Э, как правило, первый год, я себя вспоминаю, первый год. Если мы открываем код, я помню, э, какую-то часть я понимал, какую-то часть не понимал. На данный момент не читаем и все. Артем, я вас очень попрошу. Я не могу вам там приказать, но я попрошу именно, если уж вы э, дали э, свой проект, чтобы и ребята его смотрели, и мне хочется вам помочь, потому что, как вы видите, я вам даю рекомендации и помогаю. Конечно, Артему э, в данном случае я не э, помогал, что прямо вот то-то-то-то сделай. Это школа. Здесь каждый должен работать. Работать именно в плане разбираться. Я Артему сделал м, следующее. Сбросил. Э, на что обратить внимание, сбросил куски кода. Я отлично понимал, что Артем, просмотрев примерно такой же код, он обязательно разберется. И, конечно же, конечно же, Артем быстро разобрался, написал, что, ой, как просто, действительно, надо было добавить одну строчку кода. Но Uh, о чем у меня видео? Сейчас я бы хотел еще новичкам школы сказать: вот как работать с кодом. Ребят, смотрите, в школе много уроков. Вы видите, что постоянно кто-то что-то сбрасывает. То Асачи сбрасывает работу с классами, то Артем сбросил сайт, то другие ребята задают вопросы. Да создайте вы себе папки в группе, вы можете в почте создать себе папки, вот как это делаю я. И важный код начинайте собирать, чтобы можно было вернуться. Следующие моменты. Вот смотрите, многие из вас, они игнорируют то, что я рекомендую. Но заметьте, ведь я ничего плохого не рекомендую. Я рекомендую только экстренно важное. Ну, например, берем сайт, да, Берем э, новый курс. Ребят, ну смотрите, ну зачем я рассказывал вам про Джупитер? Ну ведь Джупитер это э, командная строка, которую можно прокомментировать, но лучше ее нету. Разобрались. Дж зачем я вам рассказывал э, про э, гид? Ребят, ну сейчас вот я смотрю... Э, есть ребята, которые с пайчаром с гид мало работали, но в принципе здесь была моя задача именно гид с пайчаром показать. Но им интересно, ребята знают уже давно Python, но интересуются, Зачем я вам рассказал Марк Даван? это считайте инструмент не только для документации, для всего. Да сказал Markdown, что сказал, ребята, ну делайте проект. Ну создайте вы себе, как я показал, подключите Markdown. Создайте Markdown. И записывайте для себя важные части кода, чтобы вы могли вернуться. Ребят, это не зря. Вот это вот ай потом, оно не работает. Просто, понимаете, вы себя тормозите. Ребят, ну как это важно. Артём. Я вас попрошу, сейчас я перейду к основной теме, зачем задумал это видео, то есть рассказать новичкам, как работать. Вот смотрите, еще раз говорю, с годами, когда вот Артем уже написал сайт, и у него кажется, что вот он объяснил тотально. Не тотально, тотально для его уровня, то и все остальное понимается. Понимаете? А, Артем, вот э, попрошу вас объяснить, вот как Асачи, что... Вот смотрите, берем первую строку. Э, э, Значит, if request метод э, не равен post. То есть, э, подождите, какую я хотел взять строку? Нет, вот эту строку, if оставьте. Значит, reality page, reality page, объект get, pk равно on и id. Я понимаю, Артем, для вас это очень понятно. Название таблицы, потом менеджер извлечения объектов и get запрос к одной странице. Но, ребят, Артем, пожалуйста, распишите это именно подробно. То есть поясните, что RealityPage это переменная, RealityPage это таблица. Я то понимаю это. Так, э, э, пожалуйста, и про будете проверять себя, во-первых. То есть у вас будет наступать радость, что вы можете объяснить код. Это и есть кайф от программирования. Во-вторых, это будет показывать именно ваш... Уровень, и, и в-третьих, вы будете осознавать. Поверьте мне, как только вы начинаете вот так вот комментировать код, это, ребят, я исправляю свои ошибки. Ну, не любил я раньше комментировать код. Ну, не любил. Ну, ну плохо это, понимаю, ну теперь надо исправлять. Так вот, э, поясните, я то быстро нашел. Да, ребят, действительно, вот это э, база данных, да, э, то есть, э, то есть не база данных, а таблица. Модель. Где Артем будет? Где Артем э, обращается? Э, пожалуйста, разделите, где Html форма. Если это Html, то пропишите Html. Дальше. Пожалуйста, если вы уже используете используете метод форум э, из то пропишите, что делает этот метод. Проверяет, то есть проверяет, что он проверяет, что он делает. Валидация, да? Поняли меня, да? То есть, пожалуйста, прокомментируйте весь код. Да, я согласен. У вас уйдет примерно там, может, 20-30 минут. Еще один момент. Вот смотрите, новички. Показываю прямую связь. Прямую связь. Вот мы э, работали с Осадчем, да? И говорил, что я же говорил, что ребята, новички, пожалуйста, пожалуйста, кто дошел до функций, переходим в группу и делаем задания. То есть э, Осадчего я вел, и вот другие ребята делают. Мы тут работаем с функциями, да. Сейчас, секунду, тут не видно. Ну, тут сейчас не важен код, просто показал, что каждый это знает. Но ведь мы работали именно здесь и с аргументами. И помните, я говорил, что можно ли подготовить э, к Django, к, к машинному обучению? Да, можно. Но э, сейчас воспринимаем на слух. Ребят, не путайте. Если вы работаете с Django, то Python OOP вы не выучите. Поэтому ООП надо знать заранее. Поэтому, кто не делает этот курс, который с ОСАЧем, где мы проходили функции, где мы работаем с ООП, разбираемся, тому тот не сможет просто на полную использовать тоже Джанго, потому что Джанго это готовый код. Но обратите внимание, если вы проделали уроки и задания, которые ОСАЧи, то, допустим, тот же Асачи, он зайдет сюда, так, потерял. Вот здесь. Зайдет сюда и поймет, что это аргумент. То есть для него это будет тоже уже очевидно, кто проделал. Я не зря работал с функциями и... Попросил Осадчева настолько глубоко разобраться с аргументами. С Арк, Кваркс. То есть, и человек, практически, который тогда еще было месяца 4, он начал писать код, который пишут профессионалы. Использовать арк, кваркс. То есть. Ну, я сейчас не буду это объяснять, потому что это все и в школе. Теперь третья часть. Зачем я задумал это видео? Новички, как правило не делают важных вещей, потому что не знают, как делать. Конечно, облегчится, если все-таки Артем услышит меня. И это не к Артему только. Ребят, я попрошу вас, если вы сбрасываете код и хотите помочь, комментируйте подробно каждую вещь. Пройдите сами по э, э, каждой строке, раскомментируйте. А вот что делать новичку? Ранее я говорил, вот пришли в школу, изучаете Джанго, да, вы сразу скачиваете сайт Артема, он у вас заработает. И потом, вот сейчас берем фрагмент, работаем над формой. С формой можно работать, вот с этими, да, мы можем брать любую версию Джанго, 1.6, 1.7, 2, Везде будет принцип одинаковый. Это ядро, оно не меняется. Поэтому разбиваю миф новичка, что, ой, я 1.6 не буду изучать, а буду изучать 2. Ребят, это называется вообще обрезать себе все знания. Ну, например, берем данный момент. Важно. Когда говорю важно, значит, надо услышать, а не отвлекаться. Пожалуйста. Так вот, смотрите. Жанга развивается уже более 10 лет. Накоплено много кода. Сейчас, в данный момент, Джанга 2. Скоро будет там, там 2.5, потом будет 3 и так далее, и так далее. Но под Джанга 2 нет кода. И человек думает, ой, боже мой, нет информации. Почему? Потому что человек не знает, что, допустим, ядро Джанга, оно может дополниться методами. Да, могут переместить в другое место, но смысл и принципы в ядре неизменны. И если вы будете читать или 1.6, и 1.2, вы увидите, что в принципе одно и то же. Как я сказал, да, вот есть поля, они могут добавиться несколько полей и так далее, и так далее. Так вот, что надо делать новичку? Вот вы взяли, во-первых, сразу говорю, вот это то, что касается Request, он и ID, да, это вот тот курс по Python, это понимание с Python. Дальше пошли. Uh, опять же, реалты пейдж, uh, да, вот это вот. Я, может, неправильно произношу, но я только пытаюсь учить английский. Uh, так вот, это обычные переменные. Это тоже курс Python. Вот это уже пошло джанга То есть, если бы человек проходил uh, на портале уроки, uh, то он бы уже знал, да, вот как я что Reality пейдж это а, база данных, что изучаем, об, извлекаем объект а, и так далее, и так далее. Но вам надо что делать? Вот взяли инстанс, да, то набрали в интернете для начала. Жанга инстанс и начинаем искать. Начинаем искать до тех пор, пока не найдем. Как правило, это все легко найти. Можно проще, но именно к этому я вас и веду, чтобы вы могли перейти к документации Джанга и знать. Для этого надо определенное время, но это надо делать, потому что документация лучше идти что такое документация? Документация это короткие подсказки не для начинающего разработчика. Документация это подсказки для разработчика, который понимает уже в Джанго. Поэтому, если идти, как я сказал, вот от э, материалов школы, от уроков школы, далее вот подбавился, допустим, Артем сбросил проект, взяли проект, начинаете штудировать. То есть от проекта к документации, но ну никак не наоборот. Хотя я стараюсь и так, и так сейчас делать. Именно в курсе «Джанго-2» мы уже осознанно работаем и с документацией, и с другими вещи, вещами. Так вот, у Артема использовать модельные формы. И если мы на самом деле промотаем абсолютно любую версию, пусть это будет 7, 8, то в принципе мы найдем метод save, то есть сохранение, мы найдем здесь инстанс э, и ответим себе на вопрос, что Джанга ведь не знает, как, что заполнять. И ей надо указать, что, э, ребят... Э, то есть жанга ты пожалуйста создай экземпляр ты пожалуйста создай то есть у тебя есть но ты создай но пока ничего не делай чтобы мы и говорим Жанго, создай а, далее вот у артема был вопрос по а, о том что картинки не сохранялись это уже сами найдете здесь все дело всего лишь вот в этой строке и а, здесь очень просто опять же надо поискать. Надо поискать. Хотя я это объясняю, но если дело идет о проекте, вы, пожалуйста, спрашивайте друг у друга. Но все начинается, ребят, именно с такой вещи, то с чем я обратился к, к Артему и, с другим, и к другим ребятам. Как вы видите, я сейчас прошу, просила Сачева Сергей. Вот вы видите последнюю. Я говорил, Сергей... Сначала он написал, вот переписал код, ну молодец. Но, ребят, вот смотрите, все честно, ведь э, я стараюсь помогать, обучать, то есть много чего делаю, да. Но я теперь э, хочу просить каждого из вас относиться таким же образом, чтобы материал, который издан в группу, он был полноценный. То есть прокомментируйте. И тогда Сергей Сачи сбрасывает первый вариант, второй вариант уже использование сейф. Так это же идет курс по-настоящему. По настоящему по настоящему ребята, настоящего ООП. Ведь я не сдаю, э, не открываю сейчас там луцу, говорю, Сергей, вот давай делать по луцу. Первоначальный курс у меня был сделан по лучсу. Первоначально сейчас я соображаю, с чего? Мне надо осадчиво привести к программированию классов метаклассов. Но я вспоминаю для себя: ага, в Джанго используются часто функции. Значит, надо было разобраться с аргументами, но уже с практической стороны. Дальше. self, вот второй метод, который он переписал, это великолепная вещь везде. Да? Я думаю, что вот этот код, даже, будем говорить так, многие разработчики, которые на, которые на это не обращали внимания, они, допустим, год уже программируют, они этот код не смогут прочитать. Вот именно досконально прочитать. Почему? Потому что сначала, прежде чем прочитать код, я же Сергею Сачеву задавал очень много вопросов по сельф пока не увидел, что он разобрался, потому что это клей, клей Python. И он, э, смотрите, код совершенно разный. Но сейчас мы не говорим о Python OOP, я просто сказал, что, ребята, это есть. Сейчас мы говорим о том, что понимание написания джанга и полного использования идет с пониманием OOP, а мы изучаем OOP очень простым языком. Итак, мой посыл можно подытожить. Первое. Артем, я вас прошу, пожалуйста, прокомментируйте код, как можете на данный момент, именно очень подробно. Пожалуйста, вот то, что у вас взгляд пробегает и понимается как бы само собой, помните, что для других это не понимается. Дайте ссылку им, имя, что такое дайте ссылку. Напишите конкретно, это база данных, это менеджер, допустим, это обращение к базе, это... А, значит, а, а, менеджер работы с базой данных это запрос. А новичок уже за вами должен, как я сказал, GET. Понятно уже, в принципе, что GET это запрос к одному объекту. Но все равно поройте. И не важно, этот GET будет у вас в представлениях в Джанго. Везде будет Джанго один смысл. Запрос к одному. Введите вы джанго get. Поищите. Поищите в примерах. Возьмите, сделайте следующим образом. Переводчик Google. Не набирайте на русском. На русском языке практически нету. В школе много информации. Кругом в интернете так никто не работает. Например, пример Использование Django Get. Привели. Ввели. Обязательно найдете 100% информацию. Работать именно надо. Находите, как правило, лучше всего overflow. Оверф то есть э, там, где в принципе ошибки. И всегда, даже при переводе, вы увидите использование get-запроса. Со временем у вас э, разовьется привычка за, э, правильного стиля задавания вопросов. Понимаете? Но так надо прорабатывать весь код. То есть, если вы будете поступать вот таким образом, как я показываю, вы посидели вечер, но все э, написали, э, все проверили. И здесь я опять вспоминаю, ребят, э, э, напоминаю, смотрите, вы можете все это прочитать, завтра на утро вы не будете это помнить. Нет, вы будете примерно знать. Поэтому я же зачем говорил, ребят, ну вот, рассказал же вам, да, но э, подключаем Моргдаван. Да включите вы, я же показал, как написать полностью э, в «Джанго» проект Моргдаван. И сохраните себе куски, которые вам нужны для понимания. Но ведь, ребята, если у вас происходит так, как я, в принципе, сам начал уже делать именно так на Котлин, смотрите, как это удобно. Вот э, по Котлин я по ходу не то, что документацию веду, документация есть, да. Я прежде чем записать урок так как информации мало, в основном все поджава я себе делаю как бы шпаргалку. Так вот, я сделал шпаргалку функцию юнит тоже. Позабыл, и вы подзабыли, если. Я пробежался. Ага, так, 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 все. Так это то же самое надо делать на джанго. Не знаю. А садчик говорил, будет делать, делал или нет. Я не знаю, ребят, я вас заставить этого не могу. Единственное, что я могу дать советы. Как изучить Джанго в кратчайшие сроки стать профессионалом? Если будете лениться, писать для себя, просто будет вылетать, влетать. Если же вы, если же вы э, заставляете работать мозг на полную катушку, а что это значит? Э, да, в школе всегда надо, надо, можно и нужно, попросите вы. Артема. Это вообще можно делать. Артем, а что это за строка? А что это за строка? Он вам объяснит. Но этим нельзя довольствоваться. То есть, как я говорил, первое, увидели код, скачали приложение, э, выложили себе приложение, начинаете изменять. Далее, каждую строку вы должны проработать. Проработать в поиске, кроме школы. Создать себе... Э, создать себе э, мини-документацию, разобраться, соберить, собирайте там информацию по формам, делитесь в школе, понимаете? Здесь смысл делиться, чтобы всем было легче. И тогда у вас мозг будет работать на все 100%. Первое, э, вы разобрались. Второе, вы проработали э, каждый фрагмент. Тогда в следующий раз вы сразу переходите на уровень выше. То есть... Вот эта строка у вас уже, когда вы ее проработаете, считает, считывается на подсознательном уровне. Вы четко для себя понимаете, что у вас есть сохранение кода э, использования GET. Да? И вы всегда можете обратиться, когда вы будете писать такой же код. Например, нельзя э, писать э, собственные менеджеры, не э, зная, что объект это э, встроенный менеджер работы с базой данных. Когда вы четко это понимаете и знаете, то далее уже переходим э, к собственным менеджерам. Мы их уже здесь, кстати, писали, когда я рассказывал э, в курсе Жанга-2 о э, э, прокси-моделях, которые вообще сегодня не используют, но это очень крутая вещь. Я, кстати, Артему про, не, про них писал, чтобы он все-таки попробовал переписать немного код и сделать немножко более сложнее и интереснее. Но он к этому придет, увидите. То есть понимаем, да, ребят, итак, с каждым кодом. На этом я заканчиваю. Ну а тот, кто начал только с этого видео, это видео было чисто для участников, не для какой-то рекламы. Просто-напросто, как говорится, что я э, начал работать со школой уже более плотно, в конкретном коде, чтобы уже, э, так как... Ну, что меня подвигло, я скажу честно. Когда в 17 году начали приходить письма, я там, меня взяли на работу, я работаю в банке уже 8 месяцев, я переписал сайт. То есть, как-то это пошло уже э, много людей, хотя школа работает с 2013 года. Но, внимание, я ж помню 2013 год начала, тогда всей школы обсуждали, что... Тогда всей школы обсуждали, как вообще запустить сервер, да? Это э, на тот момент было важно, но просто собрались совсем новички. Сейчас прошло время, люди уже сделали сайты, люди устроились на работу. И, э, как я говорил, если вы посмотрите видео, а я дам ссылку на это видео предыдущее, которое я вчера выложил, оно по Python OOP, я дам на него ссылку, посмотрите, да, вот это, с чего нач начинается магия по, о, Python OOP. Так вот, выскочил из головы сейчас, соображу. Так вот, так вот, вот хотел сказать. Ладно. А, я говорил вообще о новичках. Кто с этого видео начал, все вспомнил, ребят. Значит, то сейчас прошло время, да, и уже... Когда родился вот этот метод, именно по-другому я действительно несколько лет я мало работал с людьми. Почему? Потому что я просто давал уроки и были хорошие результаты. Но когда вот был найден вот этот метод, который применен, я о нем рассказывал, работы с функцией, который дал, я увидел реальных людей, которые на пятый месяц пишут на двух языках, то есть. Мне стало безумно интересно его улучшить, и я начал уже работать, то есть начал подтягивать. Вот теперь прошу говорю, комментируйте, вот так углубляемся, то есть теперь появилась реальная возможность углубиться еще дальше. Новичкам что до этого? Новичкам то, что э, это для вас реальный факт, что писать вы будете, то что вы будете писать хорошо, то что вы будете правильно развиваться. Поэтому тех, кто первый раз начал с этого видео, то э, в описании видео ссылки э, переходите на сайт python-tut.ru, покупайте пожизненный доступ он недорогой и занимаетесь. Э, не стесняемся в школе, никто вас не обидит, потому что за этим вообще ну фу, таких инцидентов нет практически, да, то есть э, Никто не будет ни потрудивать, ничего. Новичок, новичок здесь э, э, значит, в почете. И, ребята, запомните, нет глупых вопросов программирования. Э, задача, одна из задач школы, вот я и объяснял в этом видео, как вам научиться задавать правильные вопросы. Ведь одно из э, непониманий джанга, джанга, это именно вот работать каким-то другим методом. Я вам показал сейчас, как правильно работать Джанго. И школа в этом вам быстро поможет. Есть проекты, есть люди, которые знают. Да вперед! Вперед! И, э, наконец, я все-таки вам э, покажу. А, ну, это и так понятно, что задача школы, и вот сегодняшний день она уже выполняется, то есть человек самостоятельно начинает писать код. Но сегодня, как вы видите, я уже веду работу на то, чтобы человек мог стать профессионалом в кратчайшие сроки. И теперь это действительно стало возможным. Ладно, хотел найти комментарий Асачева, который писал, что я, ну, посмотрите в том видео, что я, он действительно не мог даже... Убунту uh, установить. А сегодня развивается как. Артем, ну и я надеюсь, что вы мою просьбу услышите. Это просьба. И просто-напросто каждый, ребята из вас, кто будет комментировать то, код таким образом, как я прошу, он помогает не себе, он показывает другим, и другие для вас что-то проявят. Ребят, это, это есть быстрое развитие. Спасибо. Ну а кто начал с этого видео, повторяю, в описании видео ссылки на сайт вперед.